Так, где мы сейчас, ребята, находимся? Что это такое? Hier haben wir so Himbeeren gepflückt und die wollen wir als Nachtisch aufessen. Das sind halt so viele. А что мы здесь будем делать сегодня? Schlafen in einer Palatka. А где палатка? Да, drüben. Вот она палатка. Вот она палатка. Это мы на даче. Дяди Вити, вон там мы греем воду. Вот Хер Баранцев, привет. Вот там вот парник, там вот дядя Витя, вот он огород, вот такой вот. Сегодня мы ночуем здесь.